Вяжем 3 варианта шнура на однофантурной вязальной машине. Тоненький на 3 иглах, более толстый на 6 иглах и на 12 иглах, можно больше. Показываю на 12, вы выбираете то количество, которое нужно. Чаще всего такой, назовем это шнур, на самом деле это пояс без сшивания. Смотрите, как это делать. Самый простой вид шнура, тонкий, на 3 иголках. Вот самый простой вариант. Машину, небольшая оттяжка, и вяжем длинное полотно на роковой плотности. Даже, видите, я ничего не навешиваю, можно пальцами держать. На машине с нитеводом вязать одно удовольствие. Ваша задача тянуть этот шнур вниз, чтобы он закручивался. Потянули, он превратился в веревочку. И чем больше вы тянете, тем крепче он становится. Все. Вот такой достаточно интересный вариант. Круглый, простой. Продевать можно пояс, ворот делать на веревочке. Можно в карманы закрывать. Очень-очень просто. Чтобы верхний край не был грубым и широким, убрали одну петлю. Убрали вторую петлю. Готово. Идеальный шнурочек. Если шнур нужен более широкий, 6 иголок, начинаем попроще с 3 и вводим их постепенно. Иголок и начинаем вязание шнура. Но если мы будем вязать точно так же, как первый вариант, просто вверх, у нас не будет держаться шнур, он не собьется в такую плотную веревку. Его нужно укреплять, поэтому ставим переднее положение иголки и частичное вязание с одной стороны, чтобы с одной стороны у нас получался накид на иглы, а с другой стороны провяз. Не забывайте каждый раз ставить иглу в переднее положение. Накинули, провязали. Накинули, провязали. Что это дает? Это дает стягивающую полосочку. Вот она стягивает. И таким образом не даст растянуться в сторону. Само собой, его нужно точно так же тянуть вниз. Зато он держится, не растягивается и прекрасно может быть использован. Потянули, шнурок отлично держит форму. А что, если нам нужен широкий шнур? Пояс. Та же самая система, только сейчас я буду вязать не широкий пояс на 12 иголках. Вводим иглы постепенно. До 12. И хоть 13, сколько хотите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И начинаем вязать ровно так же, как мы вязали широкий шнур. Иглы в переднее положение, частичное вязание. Широкая протяжка. Это ровно то, что нам нужно. Провязать можно достаточно длинное полотно. И сейчас мы будем его оформлять в пояс. А теперь самое интересное. У нас протяжки очень широкие. И если пояс поуже, можно просто один ряд петель поднять. Но у нас они широкие, будем поднимать 2 ряда петель. Берем петлю-уловитель. Подцепили. Поднимаем. И второй ряд точно так же подцепили, чтобы не было никаких отверстий. За петлю снизу и поднимаете, а протяжку у нас получается полое внутри круговое полотно. Постирали подъемы петель, но это абсолютная имитация кругового полотна. Таким образом можно выполнять достаточно широкие пояса. Провязываете нужную длину, посмотрели, что вам длина вас устраивает, подняли петли. Все очень просто, быстро, и если вам понравилось, нажмите «Нравится». И обязательно подпишитесь на наш канал, на нем очень много интересного вам, посвященного машинному вязанию.